Ну, давайте вернемся к нашим традиционным участникам. Вот, как сказал Максим Кривошеев, к традиционным баранам. Максим, так ты выходи сам тогда. Ты должен выбрать себе партнершу, Максим, ты не забыл об этом? Спасибо. Мы сейчас же все обо всем забыли после такого номера. Не в той тоннеле. Я так понял, что у нас моногамным оказался только Борис Львович. Я вот сейчас за Хигаем наблюдал, он тоже, как я, рядами высматривает. Секциями, да. Максим, ты можешь пройти по рядам поближе, подойди. Слушайте, на самом деле это, оказывается, такое затруднение. Я так давно отвык от выбора из большого числа. Девушки, вот давайте ряд второй все вместе, дружно. Девушки, пожалуйста, смелее. Давайте девочек оставим. Девочек, да. Деточек оставим, только мамы пойдут с нами. Дайте деточку мне сюда, на время. С нами, это с кем? С Максимом Кривошеевым. А теперь давайте немножко нарушим традиции и займем мизансцену за валенки. У меня такая песня, что она требует именно этой мизансцены. Давайте присядем. Это неприлично. Мне шнурок нужен. Это неприлично. Поехали. Какой мелодии? Такой же, что ли? Поехали. Я сегодня очень-очень сексуально озабочен. Не до песен мне теперь, не до стихов. Нету мочи, просыпаюсь среди ночи и не сплю уже до первых петухов. Нету мочи, просыпаюсь среди ночи и не спишь уже до первых петухов. Где-то есть и женщины, и лето, и гряда великолепных крымских гор. Есть и море, и фьорды, и девиц красивых орды, ослепительный сверкающий месхор. Есть и горы, и фьорды, есть и нас красивых орды, ослепительный сверкающий месхор. Знаю, скоро-скоро вновь меня обнимет Лора. Мы забудем наши прежние грехи. Знаю, скоро будут ночи, сяду на другой короче. Знаю, скоро будут песни и стихи. Пока я очень-очень сексуально озабочен, не до песен мне теперь, не до стихов. Нету мочи, просыпаюсь среди ночи и не сплю уже до первых петухов. Нету мочи, просыпаемся среди ночи и не спим уже до первых петухов. Браво! Ай, спасибо вам! Девчонки, спасибо вам! Еще поднимите мужчину! А, нет? Сексуально озабоченного! И отнесите его на место! Спасибо, Максим, порадовал! Очень здорово придумал!